продолжаем наш проект «Время помнить», каждый день рассказываем о ключевых событиях Великой Отечественной. Сегодня 3 мая. В этот день, в 1943-м, Гитлер собрал руководящий состав своих вооруженных сил для решения вопроса о масштабном наступлении операции «Цитадель». В результате уже через месяц началась знаменитая битва на Курской дуге близ Прохоровки. Там за 50 дней сражения фашисты потеряли 500 000 своих солдат, 1500 танков, 3000 орудий и свыше 1000 самолетов. Этот урон для Германии оказался невосполнимым. Курскую битву историки считают переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.